Дорогие друзья, мне кажется, ли давненько не было сломанного телефона. Предлагаю прямо сейчас исправить это недоразумение. Здорово, дорогие друзья, с вами Булочка, Кирвел, Мишка Низа и Жужунчик. Доброе утро. Доброе утро. Здорово. Ку. Это Гартик Фон, и опять какой-то вот получился перерыв, какой-то тут как-то... Было такое, да? Как-то так получилось, но, друзья, ваш лайк может спасти ситуацию, а мы тем временем начинаем. Ну что, поехали, все приготовились? Ну так, да. Есть у меня заготовочка одна. Готово. Подожди, не так, как там было-то? Ну да, да, оно. Что? Что? Кто это придумал? Хорошо. Хорошо. Ну, знаете? Хорошо. Хорошо. Нет, это, кстати, хорошо. Это прям очень... Вот то, что мне сейчас загадали, это, знаете ли, мне прям нравится. Это прям мне нравится. А? Еще бы тебе это не нравилось. Ребята, это лучшее, что я делал вообще. Спасибо готов. Тому, кто это придумал. Готов. Реально готов. Шедевр. Пусть так будет. А, подожди. Звонят. Ну? Все, нормально. Все? Я знаю, кто это рисовал. Я вообще не понял. Подожди, вот это сложно. Я прям горжусь Сань. За свой рисунок, мне кажется. Вот Сань. Я, да. Вот у меня картина, я вот Сань, не знаю красиво, одну честно. Деталь, которую... Сань, очень красиво. Ты думаешь, это выпало... Я не знаю, я то, что да, увидел... Да, выпало. То, что тебе выпало, ты думаешь, мне выпало? Да, тебе выпало, Сань. То, что выпало. Тебе выпало? Все поняли, кроме Ярика. Не, я тоже понял. О, что? Чего? А как это сделать? Подожди. Все. Я сегодня в ударе. Просто у меня рисунок за рисунком. Это шедевр какой-то. У меня ухо зачесалось. Это к чему правое ухо? К чему чешется? К свадьбе. Ух ты. Думаешь, пора уже? Угу. Ладно. Быстрее, ну кто там? Ну все так, какие-то медленные. Тих. Что такое-то, а? У меня сегодня просто шикарные рисунки. Шикарные, я скажу. Опа, кто? Мишкан, да? Я. К свадьбе готовишься уже. Я, да. А? Сейчас. Ярик, быстрее. Давай. Давай. Ладно, нормально, так пойдет. Так. Режим показа вручную, озвучка включено, начало. Готовы? Да. Ну я решил как бы это, так сказать. Ну что тут? Такая есть фразочка. Хамоватый внешне, но добрый внутри. Это знакомо. А, Жужу. Вот что это было. Ну, кстати, не хамоватый, это какой-то грустный, мне кажется. Разбитое сердце, там, не знаю, типа, кого-то кинули. Мужик расстроился в кофте с сердцем. Подожди, так обычно Оля пишет же, типа, просто написание. Да, просто что-то видно. Я вообще не понял, что это. Так, Мишка Низа. Нихуя, а что у него? Что у него? Что в форме ботинка, блядь? Да, в форме ботинок. Да, нет, ну нормальный мужик. Это плечо. Вы чё? Откройте. Плечо? Это вон, когда долго за компьютером сидишь, типа? Да нормально. Так, Кирюша, что загадал? Не газуй. А, это ты. Ребят, я считаю, это лучшая работа моя. Готовы? Я сразу понял. Я могу даже... Я ничего не показываю. Тихо. Готовы? Я могу даже сказать, почему я понял. О-о-о. Хорошо? Потому что... Хорошо. Знаешь, почему я понял, Сань? Так. Потому что ты себя рисуешь с волосами по бокам, но лысый сверху. Это ты себя так постоянно рисуешь. Это будущий концепт этого самого моей прически. Тихо. Да. Выпал нож в КС. А чё просто выпал нож в КС? Ну а чё там ещё можно сказать? Подожди, а Жужун тоже рисовал? Угу. Нет, Ярик, нет. Слабо. Нет, слабо. А почему кнопка YouTube наоборот? И ещё 5 лямов у тебя. Поздравляю, кстати. А, блядь. Поздравляю. Ну спасибо. Это так, ну хорошо, ладно, спасибо. А чё Кирюша получит? Может джазу? У меня не показывает ничего. Вообще? Да? Да, чел. Ну ладно, Ярик всего. Ярик протирает свитер от ушной палочки. Это ушная палочка? Там гантелька какая-то, бля. Там гантелька, реально. Так, подожди. Ярик кидает палку. Не, ну на палку не похоже. На палку так я не знаю, что это такое. Готовы? Конечно, не 3D, но строго и со стилем, я считаю.
Гарика, лицо одно и то же. Лицо реально похоже. Лицо одинаковое. Реально похоже. Лицо одно. Так, подожди. Очень доброе лицо у него. Кирилл весело, я так понимаю, да? Он ничего не видит? Да, Кирилл очень весело. Сушеная клубника на клавиатуре. Это была клавиатура? Я хорошо нарисовал. Это клавиатура? А что это? Блин. А, ну хотя в целом... Ну, а что ты думал это? Яблоко на складе. Нормально, Сань. Хорош. Ого! О, это что такое? Майнкрафт какой-то 3D начался. Да. А, Кирилл, если что, мы посмотрели, все? Да, да. Новый ход. Новый ход. Да там много чего интересного было. Готовы? Потом посмотришь. Я надеюсь, меня запустят. Да, подожди, надо придумать. Давайте как, придумаем? Да. Давай. Так, ну что, вроде все придумали, значит, получается... Так, Кирюш, мы надеемся, что у тебя все будет хорошо. Да, работает. Запустилось? Все, отлично. Так, ну у меня такая, как бы, не знаю. Так, это, знаете, это вот когда вот первое, что в голову приходит, вот так вот, нужно что-то вроде как-то такое сообразить, что вроде это можно было дорисовать. Ну, хер знает. Ну, давай, давай. Кто-то, кто там печатает еще? Алло. Макс, 100%. Макс. Макс. Ты же сказал приду... Макс. Макс. Я пишу все это время. Что? А? Что? Что? А как это... Чё вы? Это не минуту рисовать. Это не... Это час. Ну окей. Час. Если, ну, допустим, если я правильно вот там... понял... Да, блядь. Ой, смешные вы, ребята, оказывается. Да. Короче, нормально, пойдет. Ну это пизда. Это, ну это ГГ, это просто, ну, ребят. Как это сложно нарисовать за столько времени? Я нарисовал, но готово. Это просто... Я, если кто-то поймет вообще хотя бы близко, если я похлопаю. Если кто-то поймет мой рисунок, я прям готов косарь скинуть. Я похлопаю, реально. Мне страшно. Я запомнил, Ярик, твои слова. Ну чё? Что? Что? Ты, ё-моё. Это кто? Так. А! Саня рисует эти тупорылые картинки. Я понял! Саня, по-моему. Подожди. Подожди, это же реально. Да, типа? Сорян, ну, если сейчас кто-то это кто-то сейчас воспроизведет еще раз, я охерею просто. Я охерею, реально. Пускай так. Чего? Алло, ну было уже. Было? Было. Тихо. Тихо. А как? Подожди, стоп. Ну, типа нормик. О! Ну, пускай так будет. Очень красиво, очень красиво. У меня тоже, мне тоже неплохо, нормально. Все, успел! Ну, так, а, никто не будет угадывать? Это обидно даже. Тихо, тихо, тихо. Показывает, Кирюша? Наверное. Так, готовы? Давай. Первое видно, Кирюш? Да. Я загадал такую тему. Перевернутая так. На крышу Тесла Кибиатра. Моё. Ну-ка. Это красиво, это красиво, честно. Ну, не похоже, по-моему, нет? Похоже, один в один кузов. Ладно. Так, подожди, мне страшно. Катки один в один, если честно. Перевернутая машина из контейнера в синдикат. Ну, какие? Да. Ну, ты чё? Ну, кстати, возможно, там появится такая. Ну-ка. В будущем. Ух, бля, он забыл 3D-графику рисовать. Он реально, ты вообще не тем занимаешься. Так, ладно, Кирюш, что там было? Ван Вейн на меду Вертига. А это твое было? А это Вертига был? Мне интересно, Макс не понял, что да? Там будет. А это Вертига был? Подожди. Это не я. А, это Вертига! Да не, похоже. А я не понял, да? Это охуенно. Но я просто думал... Шорт на Даст 2. Я думал, типа... Это я рисовал сейчас. Я думал, типа, это да... Ну, типа, когда заходишь с меда на Даст, вот этот коридор налево, типа, и туда... Ну, ты понял, короче. Так, подожди, тут надо время. Стоп, меда, когда смотришь. Ну, в целом, да, ну, догадаться. Подожди. Да, нормально, вы чё?
Я не понял, откуда это вообще взял. Вон, вон Дамблдор. О, не с тёмки, с этой стороны. С этой стороны, с меда. Ну такое. Так, ладно, Мишкан, что было? Ташин не рисует картину на мольберте с очками. Это полный пиздец. Ты чё? Это просто пизда. Извините, но я не знал, что рисовать, поэтому. Я не сделал усы. А как очки я сделаю-то? Как я очки-то сделаю? Художник рисует на стенде. На стенде, понятно. Упростил, упростил. Отношений там вообще не было. Ого, нифига, баллончиков херачат. Ну. Прикольно. Не-не-не, произведение искусства такое небольшое. Так, Жужун. Девушка около вас 2105. 2105. Так. Кстати, милашка. Это пятерка. Милашка, кстати. Милашка, оранженькая. Стоп, Кирилл! Ща охереете. Арина Стрикинг нашла вишневую. Готова теперь? Ну. О. Ну в целом-то. Ну в целом. В целом, как бы. Я, конечно, там платье рисовал бы очень долго, но. А глаза, кстати, не смущают? О, такая, блин. Красивые такие. Красивые. Ну, у Кирилла прям белашка. Так, а теперь давайте все. Я начинаю. Что придет в голову? Так. Ты че? Тихо, тихо, тихо. На ком-то смотрим. Блин, сейчас. Я готов. Я сейчас его нашел, придумал. Ну пусть так. Ну типа, ну это интересно. Это интересно. Это интересно. Это интересно, как оно сейчас вот вообще вот будет реализовано. Такая хуйня. Что? Заебись. Не, ну в целом. Каждый раз. В целом это довольно просто, мне кажется. Не, подожди. Это сейчас хорошо будет очень. Это будет очень хорошо. А похуй! В целом я передал суть, остальное меня не ебет. Все. Вот у меня такие же мысли сейчас по поводу моего рисунка, надо суть передать. Главное, передал суть, а тут как бы, ну, возможно, кто-то, как бы да, кто-то нет, не знаю. Вполне, мне кажется, очень даже для меня это уровень. Вот, да. Кто там? Я первый готов, и все. Эх, ребята. Требует жертв. Искусство, знаете, искусство это должно быть в простоте, в простоте, в простоте. Не, там нет искусства. Хотя? Ну, вопрос времени. Ну кто там, Я. Что такое, а? Я тоже, мне, кстати, очень нравится. Я вот такую бы распечатал и повесил бы сейчас на картину себе, то, что я сейчас. Ой! Че? Не нравится! Что не нравится? Ой! Ну ладно, вот так может. Ай, что быстро-то? Да, мне интересно, мне кажется, плохо. Саму вот эту вот штуку вряд ли кто-то разгадает. Хотя, есть у нас, конечно, тут догадливые наверняка ребята. Не, у меня нормально, простота. Пойдет. В принципе, простота. Нормально. Ну кто там, Кирюша? Я готов. Макс! Ну я говно. Ух ты, бля. Ух ты, бля. Легко, легко. Тоже легко. Хотя, блядь. Тут пиздец. Хотя. Ну, наверное, так. Я думаю, что это Ярик рисовал. Бля, тут пиздец. Ну, я бы такое, как бы, наверное, бы, ну, отказался, пожалуй. Ну, вот это, кстати, идея. Вот очень хорошая. Перед экраном у меня. Ну, на экране. Что? Чё? Легко. А зачем туда? А зачем туда-то? Что это такое? Подожди, а зачем туда? Ок. Так, делаем. Подожди. А, ну хотя похуй, в принципе. Что мы можем сделать так? Бля, ну в целом. Суд передал, и самое главное, все. Вот как бы. А, не, подожди, надо еще как бы это вот так вот сделать. Пойдем. Мишкан? Кто не готов? Мишкан! А. Время! Все. Готов? Ну, мне кажется, вот это самая психоделическая часть была сейчас вообще. Так, ну что такое нормальное. Поехали. Я загадал. Пришло в голову, реально. Ярик залез в розовый кувшин и поет. Мне страшно. А, Кирюша. Ну, клюв хороший. Клюв очень добротный. Клюв добротный, так, и чё? Ярик ребенок в розовом кувшине. Почему ребёнок? Не знаю, ну какой-то милый пиздрик. А то, что поет, похуй, да? Ну так типа ля-ля, я думаю, типа ребенок говорит. Понял. Нихуя. Че, нормально? Не, ну в целом, да, это почти. Только шляпа какая-то розовая, по-моему, не кувшин, ну ладно. Ну да. Не, это кувшин. Тихо, Кирилл. Пицца с огурцами. Почему крабсы, почему орешь? Орешь почему? Это были они.
Да, ну я поплохел что-то. Да. А где огурцы? Ну не получилось. Огурцы почему, блядь, в форме круга вот тут? Да, почему огурцы такие маленькие? Это, конечно, и почему мандарин похож? Ну, короче, я считаю, что больше... Тихо-тихо. У меня реально как бы... с яйцом и капустой с томатным соусом. Ну, как бы, тут как бы... Ну-ка, жужжон, мне страшно. Ух, блядь, основа. Теперь жужжон в 3D подался. А дырявая, блядь, или что это? Это яйца. А, это яйца такие. Ну, неплохо в целом. Так, мешкан. Что там было? А я даже не помню, я что... Я пришел сдавать анализы. Ну, я могу вам сказать, что тут... А что грустно? А что веселиться-то, блядь? Боится! Такой походкой еще уверенно идет. Так, ладно. Ярик сдает анализы в аптеку. Почему в аптеку? Почему в аптеку-то, блядь? Вот именно. Тоже. У меня простенько. Держи. На, возьми. Держи. Пивко стоит такое чисто. Держи. Так, жужжон. А не помню, ёлка находится это, в огромном месте. Ну, я, кстати, так же ты подумал. Ну, меня, я считаю, получилось хорошо. Смотри, суть передана. Ну, это я рисовал. Чё? А чё, плохо? Нет, подожди. Ой, угадывал. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю ваши носки, какие у вас там. Я ноунейм. Ёлка стоит на подставке в виде ботинка. Ну, я так и знал, что, блядь, ботинок будет. Подумаю. Ну-ка, Кирилл сейчас 3D. Ухуя. Бля, ну ты уверенно. Не, Кирилл уверенно рисует, реально. Бля, это какой-то этот герой, блядь. Да. Из фильма какого-то, блядь, бандитского. Ну что, друзья? Красивая ёлка. Ну, в целом, да, сегодня получилось интересно, разносторонние всякие загадки пытались угадывать, что-то даже получалось. Если вы хотите видеть чаще Гартик Фон на канале, то поддержите лайком, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока!